Привет всем! Хочу вам немножко рассказать о наших ворах, которые у нас резвились на огороде. В общем, вроде бы как нашли их, писали заявление в полицию, полиция искала, и, соответственно, у соседки, у одной, на лавочке вроде бы нашли вот эти вот кочерыжки от капусты. В общем, как оказалось, это дети. Вроде бы как их трое. И они из неблагополучной семьи, где мать, к сожалению, как очень часто бывает именно, как посмотришь, особенно некоторые передачи, ну, в общем, она пьет. Поэтому дети предоставлены по большей части сами себе. И вот ночами они ходят. Ну, причем не самое, это не глубокая такая уж ночь, скорее всего, где-то часов, наверное, 12, час, может быть, 2, вот так вот. И они выходят, соответственно, что-то где-то своровать. А так как у нас там глухой переулок, поэтому там довольно-таки все это просто сделать. Поэтому вот такие бывают ситуации, когда, к сожалению, непутевые родители и дети, ну, просто чтобы даже поесть, даже вот так вот, потому что, ну, ели вот капусту на лавочке, получается, сырую вообще. Ни опека, никакие другие органы, они вообще у нас не занимаются, наверное, такими семьями. И родители, что хотят, то и делают. Кстати, были комментарии о том, что вот у меня там я в прошлом видео там заикнулся про 10 тысяч. Ну, и хорошо, что их дают, да. Ну, может быть, конечно, и хорошо, но часто эти 10 тысяч, вот их 5 тысяч тогда давали, вот эти все, они до детей, к сожалению, не доходят, а доходят до их родителей, которые их спускают на себя. У нас в тот момент телефоны все поскупили. Соответственно, мамы, папы, или своим сожителям, или еще кому, они покупали просто телефоны. А дети этих денег даже и не видели. Я не говорю, что так везде, но вот такие были ситуации. Ну, поэтому полиция вроде как пообещала и опеку как бы там задействовать, чтобы, ну, просто, чтобы больше таких ситуаций не было. Потому что даже 3 кочана капусты или 4 огурцы, там еще что-то, это же все равно труд, и не хочется, чтобы кто-то залазил и все это просто портил. Пускай эта мать выращивает, сажает. Ну, конечно, легче гужбанить, чем что-то делать. Поэтому вот такие вот дела на деревне. Люди часто вообще ничего не хотят делать, а только пить, гулять, веселиться. Ну, вот так вот. Так и живем. Такая вот красотища сейчас. Утки, кстати, у нас прилетают. Уже, наверное, собираются лететь на юг, поэтому много уток вот плавает. На речке крякают. Рыбка плещется. Поэтому хорошо вот так вот здесь. Ну, поэтому, что касается воров, дети как бы не виноваты, просто их. И, к сожалению, так воспитывают их родители. И учат именно такому, наверное. Ну, как соседка рассказывала, то именно семье, там, каждые выходные, в общем, там, гулянки. А дети просто, они уходят на ночь, ну, или как, на ночь, или на вечер куда-то, и все. И занимаются, в общем, своими делами. А мамочка в это время, она вот так вот веселится, развлекается. А как посмотришь вот эти передачи, мужское, женское, там показывают, ой, вообще просто кошмар. Такое ощущение, что вообще по всей стране вот так вот. И, наверное, так это правда, наверное. Ну, а что? Что поделаешь? Приходится как-то с этим мириться, жить. Было много советов, конечно, и колючую проволоку, это все верно, что можно это сделать, но это не решение проблем, потому что, ну, как бы
Ну, если кто-то хочет залезть, он дальше у соседей, то, что там не огорожено. Поэтому можно и там перелезть, и как-то пройти в темноте, поэтому как бы это не особо. Вот со всех сторон оградиться, это тоже как бы. Все-таки живем в деревне. И такое вот в первый раз. Никогда такого не было. В прошлом году все росло. Был и хороший урожай, просто потому что бурьян рос вот в этом переулке. Как бы не так видно было, не так много людей там ходило. Сейчас там все расчистили и стало все как на ладони, просто на виду. Поэтому, ну, что-то, конечно, нужно будет делать. Посмотрим. Время покажет, что будет. Пока вот так вот можно. Наслаждайтесь вот такой вот прекрасной природой. Красотища просто нереальная.